Все, я не щедрый. А мне дашь денег? Я жадный. Нет. Не понял. Мы с тобой друзья лучше. Ну да. Хотел меня обидеть. Мой лучший друг. Дай мне денег. Сколько надо? Ну не знаю, много дай. Это во-первых. Нет. Нига подвел меня. Не по тому пути я пошел. А ты поэт? Рэп это тоже поэтика. Стой, подожди. Ты рэп пишешь? Нет. Я тебя наврал. Ты же только что сказал, что ты рэп пишешь. Я очень плохой. А где можно твой альбом купить? iTunes там, я не знаю. Нет, торрент. Ну, кинь ссылочку, я послушаю. Чё-то сервер какой-то необщительный, мы-то с тобой вдвоем только общаемся. Ну, человека с ником Х, тихая смерть, Х, как бы его и не должно быть, на самом деле. Слушай, а где ссылка на альбом? Я жду. Six and a half hours later. Вот она. Ребят, короче, админ, кто там, есть кто-нибудь? Баньте его за ссылки, пожалуйста, в чате. Что? Это ж не пиар сервера. Вообще-то, вообще-то он пропиарил только что свой альбом. А ты... Это некрасиво. Это не сервер. Вообще-то запрещено... Я считаю, что его надо забанить. Пиарить. А если я сейчас свой альбом начну пиарить? А ты меня как бы взял. Да ладно, ладно, мы с тобой друзья лучше, чё ты? За что? За что меня банить? Это этот меня попросил. А знаешь то, что я записывал? Чё ты записывал? Азаза. Я записываю видео. Я специально записываю, чтобы потом показывать администрациям, что меня этот... разводят. Может, я с программкой? Какой? Говорю. Не скажу, секрет. Программка «Сделай меня школьником»? И канал не школа-блогер. Скинь канал. Нет. Почему? Сейчас опять. Бойте его, бойте. Да не-не-не, ну блин, мне вот сейчас серьезно интересно. На альбом-то плевать было, а вот это было интересно. Не хочу. Найди сразу Евангая. Самый известный. Ребят, он тут Ивангай пиарит, я думаю, что его забанить надо. Но я ж не в чат пиарю, идиот. Ну блин, вообще-то голосовой чат тоже чат. Что голосовой чат, ты дурак? Все мы тут присутствуем, все слышали, все. Доказательства есть у всех. Ой, блин, а вот. Ты веришь, что я Ивангай? Ну по голосу да, как бы, это похож. За что вот? Вот это потенциальная угроза моей красоте. Ага. Я ёбнулся. Ей! Боже, вы можете заткнуться, дегенераты тупые, особенно ты школьник. Просто заткнись и все, и играй дерьмо собачье. Прости, пожалуйста, извини. Прыгай. Не. Заткнись, я тебе сказал, чмо. Блин, ну перестань, пожалуйста, мне же обидно. Ему есть 14, он адекватный. Да мне нет 14, господи, сколько можно вам говорить? А где мой любимый школьничек, с которым я общался? Давай я буду твоим школьником. Ну блин, ты что-то не особо смахиваешь, ну можешь попробовать. У нас типа ролевые игры будут или что? Нет, я слушаю Каспийский груз. Тебе точно не в театральном, братан. А может я уже в театральном? А кто знает? Кто знает, никто не знает, правильно? Это вот жизнь, она такая. Правильно. Мыслишь в нужном направлении. А ты мне подкинешь пару каких-нибудь философских мыслей таких интересных? Домой приходишь, и нужно носки снимать обязательно. А еще какие-нибудь лайфхаки у тебя есть? Да. Давай. Надо вспоминать. Я не в трезвом состоянии сейчас. Я понимаю. Кушать надо. Каждый день. Это важно, да. Я предлагал бы не дышать. Когда бы я умер еще во время рождения? Не-не, ты пожил бы немного. У тебя опыт есть? Мне рассказывали. Я тут всех знаю. Ты в полиции работаешь? Да. Но ты же школьник. Сука. Не в театральное, тебе как бы это не туда, не это. Ну ты понял. Так нет. Я не в театральное. Да? Ты же актер. Да. Нет. Можешь громко так с чувством сказать, я актер. Я актер. Хорошо.
хорошо сейчас было. Какой у тебя сильный шлем на башке? Вернее сказать, на головке. Я бы его пробовал. Твою мать. А ты неплохо. Чё? В опробовании шлема. Я не актер же, ты забыл, я же школьник. Я... актер. Спасибо большое за то, что вы со мной сегодня миленько пообщались. Не за что, обращаюсь. Уже довольно поздняя ночь, и я только-только начал монтировать это видео, и в итоге понял, что не подвел его к логическому завершению. Поэтому, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайки и подписаться на канал. Главное, друзья, это не болейте. Скоро увидимся. Меня зовут Макс Грин. Мне 32 года. У меня есть кошка, которая зовут Джои. И я только что спрыгнул с балкона. Замечательное начало.